От старшего поколения к младшему и наоборот. Обратная связь от молодежи к уже состоявшимся взрослым личностям. В Ульяновске состоялся молодежный электоральный левел-ап от экспертов Центральной избирательной комиссии страны. 2 часа подряд участники встречи наперебой говорили о выборах и тонкостях избирательного процесса. Своеобразный мастер-класс в подобном формате прошел в городе на Волге впервые. Вот мы сегодня просто вот в этом прекрасном месте, в этой точке кипения, решили собраться и проговорить. Думаете о чем? О выборах. Конечно, о выборах. Вот вся идея. Я думаю, это будет интересно всем, и нам, и молодым нашим участникам избирательного процесса. На сходку с молодежью приехали взрослые председатели избирательных комиссий со всех уголков России, даже из самой западной точки страны. Спикер из Калининградской области рассказал о работе с молодежью на примере своего региона. Находясь сегодня в Ульяновске, я, конечно, с удовольствием послушаю, как живет молодежь Ульяновска. Может быть, поделюсь каким-то своим опытом, но однозначно увезу какие-то наработки Ульяновска к себе в Калининградскую область. Хедлайнером встречи и главным приглашенным гостем стал советник председателя ЦИКа страны Максим Лесков. Мы хотим многому поучиться в Ульяновской области, в том числе в сфере работы с молодежью, потому что, я еще раз повторю, это один из лучших регионов России, где стараниями команды губернатора работа с молодежью строится таким образом, что этот пример надо транслировать и в другие регионы. В интервью с журналистами федеральный эксперт сразу отметил, что приехал к ульяновским активистам с конкретными деловыми предложениями, а точнее социальными лифтами. В частности, лучших представителей делегатов от области будут приглашать на профильные форумы в Москву. Одна из первых встреч состоится 17-18 августа. Это будет конгресс наблюдателей, куда уже приглашена молодежь Ульяновска. Самых активных представителей как раз и выявляли на левел-апе. Молодые участники избирательного процесса, юристы и общественные наблюдатели не скупились на вопросы эксперта. Касались они, например, прозрачности и легитимности избирательного процесса, новшества в избирательном праве и правил поведения местных референдумов. Так как я практикующий, скажем, человек, мне интересны новации избирательного права в первую очередь, как это будет применяться и конкретно как это будет применяться на выборах вот 9 сентября законодательного собрания. Мне бы хотелось побольше узнать какой-то нормативной правовой информации, как это все будет реализовываться. Встреча не ограничилась информационной частью. Молодым людям показали, где жить, работать и как отдыхать в Ульяновской области. Такое название получила экскурсия, которая ждала всех участников после интенсивного диалога с опытными спикерами. Парней и девушек провезли по историческим местам города, показали улицы, где пересекается исторический Симбирск и современный Ульяновск. После молодых избирателей и кандидатов провезли по промышленной зоне Заволжья, где их ждала подробная экскурсия по лабораториям Ульяновского наноцентра. Я слышал о нашем наноцентре и давно хотел не попасть, чтобы увидеть инновационные проекты, разрабатываемые здесь. Я доволен результатом, доволен тем, что сегодня здесь увидел, и надеюсь, что часть идей, которые я подчеркнул, могут найти здесь реализацию. Вот это вот мероприятие, оно структурировано. Очень интересный экскурсовод рассказывает про даже то, что я не знала, хотя я здесь живу уже очень давно. Вот этот вот центр, мне очень интересно узнать про медицину. Уникальное по своему структуре, по своему содержанию объект, в котором представлены удивительные разработки. Я думаю, что это только начало. Это показывает, что Ульяновская область на сегодняшний момент является лидером во многих областях. Я думаю, что тот вектор развития, который мы выбрали, он обязательно приведет нас к еще большим высотам. Молодежный электоральный левел-ап, со слов его организаторов, станет доброй традицией для региона. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.